Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня игра Несыть, версия 4.3.0.16.45 DX Preview. Поставим громкость вот сюда, наверное, вот так поставим громкость, чтобы меня было слышно. Нет, вот так поставим громкость, оставим и русский язык, полноэкранный, детский режим не для меня, поехали. Мы играли в эту игру, первое видео на моем канале было именно про эту игру, вот, и в принципе можно... начинать. Несыть. Версия такая-то, да? Привет, я профессор Преображенский. Здорово. Червями интересуетесь? Мы занимаемся селекцией новых видов и их удаленным контролем. Привет, я Жека, лаборант. Выполняю здесь всю грязную работу. Я Шпилька, помогаю профессору со всякими бумажками. А как вас зовут? Мне нужно выписать пропуск. А Дмитрий меня зовут. На русском можно писать. А Дмитрий меня зовут. Несыть Дмитрий. Играть настройки секрета. Автор, приятно познакомиться. Дмитрий. Настройки. Графика. Графика полноэкранная. Включена вертикальная синхронизация. Ой, назад. Геймпад. С геймпада можно играть. Как жаль, что у меня выткнут геймпадовский этот... вот эта вот писюлька, которая для того, чтобы без провода играть. А чтобы ее воткнуть, нужно лезть за компьютер, потому что у меня нету спереди свободных портов. Вот, мышь, геймпад, клавиатура, игрок 2. Посрать вообще надо на игрока 2. Общий графика, звук общий, графика управления, назад играть. Нам без разницы вообще. Все, компания. Компания, 15 уровней у нас здесь есть. Открытый мир 12 на 12. Горшочек не вари. Выход не подсказывает. Ладно, без разницы. Эксперимент, берегите живу. Чего-то там. Доводилось ли когда-нибудь червем управлять? Естественно. Неважно, там все просто ползи стрелками. Или вас ты жми shift, чтобы прыгать. Самую большую кнопку на клавиатуре видишь? Жми. У меня самая большая кнопка на клавиатуре. Это хрен поймешь. Пробел. Ползу. А давай ползи. Ползи, ползи. Хорошо. О, ну так нечестно. Он убегает и меня съедает. Ну. Так вообще нечестно было. Жека, прекращай, хватит над людьми издеваться. Рассекречи, новый совет по игре. Погибнуть. Ах, ну, бразильская система, кажется, не сработала. Бразильская система, это типа у меня в комментариях было написано, что это когда тебя бросает в самое пекло. Может, еще разок? Нет, никакого лишнего стресса. Начнем с яйца. Как скажешь, поехали. Обучение. У меня нет ног, но мне нужно идти. Очень грустно. Геймпад, клавиатура или мышка? Понажимайте там что-нибудь. Я нажимаю, блин, как только могу. Просто нажимаю. Вот, неужели? Просто неужели? О, можно не только ползти, можно раскачиваться. Я это помню. Блин, не хватанул. Оп. Если раскачиваешься, он гораздо быстрее ползет. Хорошо пошла. 20-ка. 21. Мошку можно уже заточить, наверное, нет? Нельзя еще. Вот это здоровая мошкара, смотри. В смысле? Почему я пробел нажимаю? А как прыгнуть? А, то есть я вообще мышкой могу только управлять. Слишком медленно, чтобы разогнаться, нужна раскачка. Пробел продолжит. Стой, я что-то... Победили. Время 1.21, ягод проглочено 19, сегментов выращено 24, мух поймано 1, существо съедено 1. Неплохо, всем поначалу тяжело извиваться червем, но потом это начинает приносить чего-то там. Победа! Пробел следующий уровень у нас. Цветочки пролезли в бокс красным жукам и мешают им спать. Время позднее, они все светят и светят. Непорядок, всех нужно погасить. Это бокс только для красных. Хозяйки на заметку. Червь кусает только то, что может проглотить. Смотрите на жвалы. Он раскрывает их, когда рядом есть что урвать. Хорошо, я запомнил. Я же помню, я играл эту игру. Я же, блин, уже прошаренный этот червь, так сказать. Я уже
прекрасно знаю, куда мне можно, куда мне нельзя. Опа, это цели указаны, да, получается? Ну, блин, она даже появиться не успела, он уже съедет. Грустно как. Альт. Адреналин подсвечит съедобно и замедляет время. Он копится во время еды, это отображается полоской сверху. Я не вижу полоску сверху. Ага, я понял. А, я понял, да. Да что ты его не ешь-то, блин? Вот смотри, какой маленький-то. Масюхонький какой, ну. Скушай его, пожалуйста. Опа, вот это молодец. Вот это хорошо. Вот это пошло-поехало. Что тут подсвечивается? Ничего себе, какой журчара большой. Нет, такого мне еще рано. Мне нужно сначала это вырасти чуть-чуть хотя бы еще. О, все, вот теперь можно его съесть. Тридцаточка у меня уже, понимаешь, да, понимаешь? Я какой большой вырос. Опа! Ооо, я здоровенный, какой червяк. Теперь мне вообще уже ничего не страшно, я просто могу ползти и есть все, что вижу на своем пути. Червь вырос и стал неповоротливым. Держи стрелку вверх и катырыл. Во время раскачки червя повороты станут резче. Да, ух ты ж, ни хрена, я такого не... Я... А, ну и правда, да, речь стала. Я сзади их, что ли, откусить не могу, я не пойму. То есть, мне светлячков надо наесться. Я понял. Светлячки-то вот они. Да... Все, светлячка нету. И последний светлячок. Супер, светлячки кончились, и красные могут поспать. Те, что выжили, конечно. Ну, там мало выжило, потому что я много их съел. 52 моя длина. Охренеть, сегментов 52. Ой, Жек, смотри, мы забыли включить одну кормушку. Включаю, судя по надписи. Сейчас полезут тли. Сейчас полезет тля, наверное, правильно будет. Тли-то у них нет. Тихо. Победа. Время 2 минуты. Съедено красных жуков 32 из 51. Актив... Можно, кстати, было их съесть всех, скорее всего, да, и просто-напросто еще и было это. Ага. 1000 гвоздей микроскопом. Белые тли пробрались в нижний бокс и расплодились. Кто полезет прибираться? Кажется, Дмитрий. Жеку бы отправить. Но он куда-то смылся. Смыться. А, он успел куда-то смыться. Хорошо, чтобы не скучать, забросим в бокс еще несколько червей. Пусть победит самый прожорливый. Расти давай, расти, мой хороший, расти, червячочек. А самое время немного попрыгай, зажми и держи стрелку назад, или клавишу Shift, червь прыгни, когда ты ее отпустишь. Это бессмысленная ерунда. Да ползи ты, собака такая. Ой, какой ты маленький. Бедненький. Скушали. Победит не самый прожорливый, а самый быстрый, мать его, за ногу. Ну-ка. Бедняга Болик, он был такой симпатяга. Болик, да, Лёлик еще красивее. Ты что-то не ползёшь, ты дура. А, внизу карты есть, ничего себе. Да Дмитрий самый большой, он, блин, разрос только так, вот. Вообще ни один этот не съест, ни один червь. А знаешь почему? Потому что Дима самый быстрый. Все, хорош. Время. Минута. 22 существ съедено. 55 сегментов. Съедено 45 сегментов. Выращено 20. Юху! В инкубаторе вечеринка все вылупляют из яиц. Кто-то становится взрослым, а кто-то праздничным угощением. Продержись 60 секунд, и мы напишем об этом местную газету. Хорошо. Да, без проблем. Давай, елки-палки, ковыряйся. Блин, пробел. Ай, тихо ты.
Попробуй агрессивнее отнимать еду у зеленых. Ну или просто спрячься куда-нибудь. Хорошо, я, блин, сейчас все выиграю. Подожди, подожди, чуть-чуть. Собака, блин, как не вовремя. Как... А, они не нападают сами пока это, да? А вот черный как раз агрессивный. Или красный агрессивный, а черные нападают. А зеленые от тебя убегают, что... О, блин, не я открывал жвалы, но это мне не помогло, потому что я еще маленький совсем и не смог подобраться к нему вовремя. Поползли отсюда, просто поползли, набирать размер, так сказать. Увеличиваться в объемах, но с нашей поворотливостью просто так не сделаешь. Победа! А, минуту надо было просто... Да это без проблем, я думал, надо всех съесть, я забыл уже задание. Я смотрю, вы неплохо освоились, настало время показать вам специальную технику. Трактора или что? Выдать световой меч и набор сюрикенов. Ну, почти. Я покажу технику резких поворотов, без которой вам придется туго в следующих боксах. Эй, я уже все показывал. Ну, что за дела? Ну-ка, ну-ка. Резкие повороты, приемы. А, надо... Не пугайтесь, эти клещи безобидны. Они разбегаются. Стоит почесать спинку, зажмите стрелку вверх и раскачивайте червя, не отпуская ее. Теперь жмите стрелку вверх или Ctrl в тот момент поворот, когда нужно резкий вираж. Добивайте их, пока они на земле. Я и так уже все вроде добиваю. Клещей осталось, ёлки-палки, да что ж такое? Да ну нет, ну зачем ты на меня-то прыгнул? Блин, сейчас, я его съем просто, оп, молодец. Я его согнал просто, я его не съел. А как я с головы-то съесть могу? Смотри, какая огромная хреновина ползет. 6 клещей осталось. А чё они не спрыгивают? Да что ж за жизнь такая, ну? Ты понял, да? Великолепно. Вспомните о резких поворотах, когда если вас будут рвать на части в следующем боксе. Детство. Прекрасное и зачастую единственная пора в жизни червя. А у нас тут свежий выводок. Твой червь пока в скорлупе. А вот некоторые его братья уже отъедаются. Ваша задача остаться единственным представителем своего поколения. Большой себе клювом не щелкай. Хорошо, без проблем. Ну, давай, давай, выползай. Умничка. Поползли, есть. Нужно просто быстро вот так вот их всех обкусывать. Тех, кто только вылупляется. Знаешь почему? Потому что... Вот он, мой хороший.
Опа, чуть, меня чуть этот мой хороший не съел. Опа, все. Еще один конкурент минусом просто. А, я, в принципе, могу сейчас просто умереть. Вот здесь вот, например. Музыка такая веселая. Типа прям вообще ничего плохого не происходит. Просто-напросто червяки хищные жрут друг друга и все. Опа. Так вот. Ёп! Ты откуда такой большой? Вот это я сейчас пересрал, конечно. Но не меньше, чем он. А он не пересрал, знаешь почему? Потому что он, блин, не живой человек, он не может пересрать. О, блин! Обидно-то как было сейчас, просто обидно. Знаешь почему? Потому что я мог выиграть сейчас, просто выиграть. Я мог сейчас откусить вот этому дурачку этот, жопу, и все, и больше ничего не делать. А я про прыжки забываю. Прыжки очень полезная штука, просто я про них как бы не помню. Я про них вспоминаю только, когда они вот на меня прыгают, и я уже как бы не к чему мне уже прыгать. И вот резкий поворот сейчас я забыл. Опа. Хотя мог, в принципе, сейчас взять и резко повернуть, и съесть его сразу же, и бегать за ним. Такс. Мы можем, в принципе, сейчас опять выиграть. Без особых, кстати, на то затрат. Просто меня сейчас только чуть не съели, вот и все. Вот и отсутствие затрат, конечно, да. Вот это страшно. Нет! Не ешь, подумай, блин. Блин! У него такой огромный хвост остался. Что ж такое-то? Обида, просто обида. Ой, блин, сколько можно-то? Просто нужно вроде как отъедаться на маленьких вот этих вот, а потом атаковать вот этих вот червяков. А я, блин, сразу на червяков лезу, зачем, непонятно. Хотя можно просто спокойно так вот их взять и наесть вот этих вот маленьких насекомых. Хорошо, хоть не успел меня откусить. Потом подкусил сейчас и все. И куда бы я побежал без жопы. Так, ну в принципе. Уберегла меня сейчас эта судьба от нелегких этих исходов, так сказать. Берегла, наверное, ненадолго, да, хотели сказать. Да нет, вроде как. Да как так-то, ну? Thank you.
вот сюда бежать и съесть эту. Потому что тут явно больше, чем в том хвосте. Вот так вот. Оп. 5 из 9 червей. Это осталось или что? 5 из 9 червей. Карту забываю смотреть. На карте же ведь даже размер их показан. Ну. Кстати, играть на стрелках гораздо удобнее, как я это поздно сейчас понял. Просто очень поздно понял, потому что я только сейчас попробовал включить вторую игру, мне просто реально одной руки очень не хватает. Вот и все. Семь из девяти червей. Ну, там огромный, конечно, ползает. Я его не смогу, наверное, сейчас съесть. Не то, что сейчас съесть. Я его вообще сейчас пока съесть не смогу, так как он это огроменный. Вы сейчас очень глупы, если я сейчас просто прыгну и, он меня сожрет. Ползи, дура! Да ну её в пень просто, вообще. Просто обидно, просто сейчас было обидно. Ладно, надо побыстрее, короче. Я сейчас прошарился и теперь понимаю, что стрелками играть гораздо удобнее. Так нечестно, когда ты начинаешь, и у тебя уже ползают огромные червяки. Ты, блин, волей-неволей будешь умирать от того, что они огромные. Так вот, не хотел нормальной жизни, я тебя сейчас тоже съем. Откусил от меня. Ой-ой-ой-ой-ой, бежим, бежим скорее, 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 бежим, бежим, бежим. Прям ровно ему в пасть прыгнул. Так, ладно. Ладно, 5 секунд. Прям подожди, я сейчас пройду. Я пройду этот уровень. Я ведь его уже проходил. Я тебе 100% говорю. Я ее проходил. Я ее проходил полностью. Съешьте их всех там, а, пожалуйста. Зашибись ты, конечно, молодец, да, дружище? Нормально тебе ест? Кушается вкусно, блин? Это было моё. Хищник ты хрен, блин. С кого я играю сейчас вообще за... Инвалид какого-то.
коем случае никак не это. Никого не хотел оскорбить. Просто вот он даже бежать никуда не хочет. Он просто, блин, в угол забился и лежит. Опа. Вырастет? Нет, не вырастет больше, да? Все, я понял. Там огроменные, конечно, червяки ползают. Ага. А я тоже тебе что-то откушу. Что ты, тебе только от меня откусываешь-то? Такс. Опа. Вырасти, пожалуйста, хоть немножечко еще, ну. Да блин! Это просто вот... Нечестно, просто нечестно. Это... Он просто прыгнул и откусил от меня все просто. Все, что мог. Ладно, поползли заново. Если я не ошибаюсь, то у меня вот этот вот момент был весь пропущен в том видео. Я тебе это не буду пропускать, потому что, ну, типа, там было ускорено, что ли, или что-то там типа того. Блин, не получилось у меня от него откусить запчасти эти. Ну ладно, ладно. Так, ладно, давайте мы будем реалистами и просто вот откусим от него все, что у него есть. Почти все. Мы будем, конечно, стараться. А! Блин, собак такая! Ты очень нечестно поступаешь, дружище. Я пока тут буду ползать, мне кажется, он вырастет и меня сожрет. Не люблю таких коротких червяков, потому что они типа есть, они могут тебя сожрать, и в то же время от них пользы никакущей, потому что. Да, вот он меня сейчас откусит и все. А я не могу его съесть. А знаешь почему? А потому что. Логика железная, просто не поспорить даже. Я не использую, но он мне нахрен пока не уперся. Беги за ним. Хотя бы так, хотя бы, блин, откусить от них большую часть, так сказать.
он так подумал. Да... Поползешь ты или нет сегодня? Управление здесь, конечно, чудесное. То есть... А механика-то какая? Оп! Блин! Да ну его нахрен! Все, просто вот... Еще разочек. Ладно, 5 секунд еще. О, я так стратегию не выработал ни хрена. Вот мне просто нужно... У меня рука уже устала, честно. У меня устала рука, я играю полчаса уже. Я не прошел ни шута еще. Это как минимум нечестно играть с такими огромными червями. Честно, потому что они могут меня съесть, а я их нет. Просто я их не могу съесть. Они очень большие. И вот на что я надеюсь, когда я ползу к вот этому червяку, непонятно. Ой, бля, как же сложно. Уже просто спасибо. Огромное и прям вот наиогромнейшее, потому что я до такого размера, по-моему, еще не дорастал. От такого тем более. Такс. Неужели? Ну это точно меня у горла не перекусит, правильно? На всякий случай нужно быть более бдительным. Слава! Слава! Меня зовут Дима, правда, ну ладно, пусть будет Слава. Отлично, хотя бы победили. Спасибо большое на этом. Гениально. Просто гениально. Победа, победа. У меня аж в горле пересохло. Кошмар, просто ужас. Что ж, сезон охоты на червя открыт. Для справки, зеленый червь безобидный, черный червь черный опасный, а если встанешь между ними и едой. Красный агрессивный и едят в основном других червей. Вот я начал уже быть красным червем. Оп! Меня сожрали просто сразу же. У меня есть какие-нибудь привилегии, что ли, я не знаю. В чем? А, тоже всех сожрать надо, я понял. В смысле, еще один красный червь? Блин, от него же не осталось, не шутя, вообще, вот, вот просто вообще ничего не осталось. Как он меня убил-то? Все, блин, ну,
так не играется. Да так не играется, ну я же вообще сказал вам уже. Какая-то бессмысленная была сейчас разыгровка. Просто вообще бессмысленная. Блять! Да как черный червяк, ты такой большой стал! Черт, я успел призерский эту червю, продолжайте. Про адреналин помните, пока вы жмете Alt, червь ускоряется, видит съедобный и не утомляется от прыжков, попробуйте в драке. Давай съешь меня еще, блин. Будет вообще гениально просто. Вот такой здоровый червяк-то ползает, да? Да, 15 секций у меня, 15 секций. Не успел убежать, извини. А где у тебя там съедобная, да, съедобная часть начинается? Такс, ладно. Не будем сильно наглыми, будем есть зеленого червяка вон того. Он безобидный и не должен меня съесть. Если, конечно, ему сам свою жопу не подставлю сейчас. Ну, ну хватит меня толкать, ну дай мне тебя съесть, пожалуйста. Ничего себе, сейчас фартануло. Потому что остался... А, осталось много червей. Оттяпал просто от меня все просто, все, что было у меня. Так нечестно было. А, они меня вообще не съесть не могут. Тогда вообще хорошо. Так. Ну скушай его, пожалуйста. Мне жалко, что ли? Спасибо. Так, 33 секции у нас, 34 даже, можно сказать. Чё себе наглый, конечно. Thank you.
Да это... Это не прыжок. Я на пробел нажимаю, чтобы прыгнуть, короче. Так, ну я уже больше того червяка. Я могу смело просто за ним ползти, мне кажется. Он от меня не откусит ничего. Неужели, блин, я осмелился и съел. Восхитительно, было непросто, не так? Да хрень, 5 минут я проходил. Норм, все полезно. Что-то, пожалуй, хватит на зелье. Устроим соревнование на скорость. Выигрывает тот, кто первым проходит 2 круга. Хорошо, пожалуй, хватит. Круг — это 5 чекпоинтов, которые нужно активировать один за другим. Кстати, чем черт длиннее, тем он быстрее ползает. Серьезно. Готовы? Я ожидаю от вас хотя бы второго места. На старт, внимание, марш. Да дай завернуть-то, ну так нечестно, блин, ну. Я тоже уже на втором круге, если подумать хорошенько. А если подумать хорошенько, то я уже почти победил. Как же много этих больших жуков. Так, все. У нас финишная прямая. Можно так сказать. И мы на большом отрыве, в принципе. И мы побеждаем. Побеждаем? Побеждаем. Отлично. Победа. Съедено 2. Респект. Отлично. Мы выиграли. Хвосты для одного бесчеловечного эксперимента. Нужна пачка хвостов. Только, пожалуйста, никого не убивай. Только меня могут сожрать, так. Вот. Укусить на пути к еде оторванные хвосты — это тоже еда, имею в виду. Ни хрена себе на пути к еде. Просто взял и откусил от меня все, что было просто. На пути к еде это ко мне, что ли? Я не пойму. Укусить могут. Они сжирают заживо просто. Заживо сжирают меня. Хвостов из 40. Ну-кся. Блин. Прыгни, пожалуйста, прыгни. Вот укуси его за хвост. Укуси его за хвост. Укуси его за хвост.
Пожалуйста, ползи быстрее, немножечко. Что-то вообще ползать отказывается. Неужели? Победа. Отлично. Мы победили. Мы просто победили. Мы просто взяли и победили в этой непростой игре. Так, ладно. Пробел. Следующий этап. Прекрасные новости. Мы научились контролировать процесс складки яиц у червей. Это прекрасная новость. Осталось придумать, что с этим делать. Не ешь меня, внученька. Чтобы отложить яйцо, червь должен немного подрасти. Начинайте. Немного это насколько? Как здесь подрасти-то, если... Если меня сжирают здесь просто вот так вот. Грустная песня очень, потому что. Блин, просто из ниоткуда, просто взял и появился. Стороне, куда ни поползи, там один хрен будут эти. Красные червяки! Гениально. Просто гениально. А немного подойти, хоть не писали бы докудами расти. Я просто хоть цель бы свою видел. Ладненько. Я ни хрена не считаю, что это ладненько. Ха-ха, блядь! Просто! Просто гениально! Просто! Короче, бежим к зеленому червяку. Он меня точно не съест. А съем его я. Главное не увлекаться. О, блин. Так нечестно было. Мы ползем к зеленому червяку. Съедаем его. 13 секций. Просто гениально. Просто гениально. Мы сейчас отсидимся здесь в уголке. Мне кажется, нам никто не даст здесь отсиживаться, потому что так не работает. Так не должно работать. Мне подрасти надо до какой степени? До 20-ки, что ли? Талюс. А, это красный червь. Мне к нему не нужно. Пусть ест лю. У меня есть не надо. Девочка созрела. Я рад. Неужели? Вот это да. Ну и дела. Созревай давай уже, ну. Вылупился, ёлки-палки. С днем рождения. Спасибо. Большое тебе спасибо. Отлично, давайте попробуем провернуть это еще. Да ты издеваешься, что ли, ну? Меня сейчас моя же мать сожрёт. Здесь мне сделать контрольную точку на этом яйце, потому что если мне... Не надо так обвиваться вокруг нее.
Спасибо, что хоть божьих коровок ты можешь есть. Секций. Я так долго, блин, развиваться не смогу. Тем более, когда здесь от тебя упрыгивают просто. Почему он-то меня жрет, а я его нет? Почему он не останавливается, когда я ползу? Серьезно, ты шутишь, что ли? Нету контрольной точки на этом месте? Это вообще классно, просто классно. Блять, откусили просто половину. Даже больше половины. И я еще и не убежал. Вообще отлично, просто отлично. Ты забрел в тот район. Это я про себя говорю. Вот, чё? Я никуда не хочу ползти, я стоять хочу на месте. Почему он меня толкает? Как он, как это работает? Вот, блядь, я... Вот, смотри, я никуда не хочу шевелиться, я хочу встать, чтобы он меня объехал, я его съел. Нет, он меня отталкивает, блин, и каким-то образом умудряется оказаться спереди... Ой, сзади меня, блин. Это... Как работает? Я заколебал эту музыку уже, на самом деле. Дурак, куда ты прыгаешь? Вот. Все. Начал прыгать с хвостом, упрыгнул без хвоста. Да развивайся, пожалуйста, я тебе что, мешаю, что ли? Вот этому я буду мешать развиваться, потому что я должен. Опа! Девочка созрела. Подождем. Мы это подождем. С днем рождения. С днем рождения, Это, блин, очень сложно. Очень сложно, правда. Очень сложно. Меня запускают сюда и типа говорят, давай играй дальше. С такого маленького размера хоть побольше бы вылупился, блин, я был бы рад. Ну что-то они еще даже не съедобные. Просто надо плыть назад. Знаешь почему? Потому что там вон огромный червь, и он ползет в эту сторону.
ужасно сложная игра. Просто. Ты прикинь? Я смог это сделать. Всего за 4 минуты. А ты думал, не получится, что ли? Или внучку червей с полом, все не так однозначно. Какой это у нас уровень-то? Знакомый бокс, не так ли? Да, наверное, не знаю. В опасных ситуациях лишние секунды на размышления, и это очень много. Не забывайте про адреналин. Покажи им, кто здесь главный. Показал мне, кто здесь главный. Я зря туда полез просто, вот и все. Я просто не очень понимаю, как из этого гадюшника выбраться. Я вообще сейчас не понял, как он меня съел этот красный черт. Маленький, самое главное, съел меня. Это гениально. Это просто гениально. Просто, блин. Нормально получается, да? Нормально, адреналин помогает, только так вообще. Блин, я прям так был готов уже к победе. Тут не обламывает этот червяк. Прыгун, блин. Береги, говорит, хвост. Хорошо. Не используй адреналин. Супер. Отлично. Не все коту масленица. Теперь есть будут тебя. Открыт сезон охоты на блох, а ты, как назло, одна из них. Попробуй соскочить с этой вечеринки, пока не поздно. Жми в верхнюю часть бокса. Там, говорят, кофе бесплатно наливают. А как бегать? Как прыгать? Thank you.
карты нету, да? Если пищит, значит впереди препятствие, или она еще не отдохнула. Меня вот тут не должно быть видно. Карта есть, только где я? Его не может не быть. Время есть, его не может не быть. Логично, да. Звучит прям вот... Да, да что ж такое-то, ну? Ай. Я могу пищать. Я не понял. А почему он это самое, это как его? Логика железная у игры. Вообще не понял, что он запищал. Охрененная блоха. Просто охрененная блоха. По-моему, игра стала сложнее. Я бы сказал, ну порядок. Но... Стал бы он восстанавливаться. Ничего себе. А я думал, он съел червяка. Зеленые же ведь не едят червяков. Зеленые вообще не плотоядные. Они как бы это самое... Они просто... Блин! Я был просто... Да я сейчас на грани так-то. Я прыгнул! Прыгнул! Вы все видели, я прыгнул! Это было нечестно. Это было... Наверное, просто посередине прыгать не надо. Там, да, и все дела там. Не знаю, там... Может, полегче станет. Уползи внутрь вот эту ерундушку, чтобы, блин, меня видно не было. Хотя, чё ж, меня видно не будет, они хрен, они же знают, это же не люди. Больших не так боюсь, потому что... Нечестно. Держите меня кулачки, я сейчас пройду. Я по-любому сейчас пройду, потому что у меня нет выбора, я должен пройти эту игру. Ага. Да ну... Не может он так извиваться. Почему я не мог так извиваться, когда играл за червяка? Ползи давай. Дура. Я выбрал... правильный путь и пойду своей дорогой. Не надо меня кусать, пожалуйста. Да, блядь, ну что ж такое-то? Это просто, вот знаешь, это... Такая игра, в которой нужно победить. Просто, знаешь, у тебя нет особого выбора. Ты такой сидишь, играешь, тебя съел червяк. Ну и что? Это не отмазка, ни хрена. Это причина, чтобы побеждать. Ну или чтобы, блин, разбить нахрен компьютер прямо сейчас. Потому что вот он, червяк, ползает прямо по моей этой территории. А я не могу ничего с этим сделать, потому что я просто обычная маленькая букашечка, которая, блин, жить хочет, собака такая. Так, ладно. Хорошо, хоть неограниченное количество попыток уже, спасибо. Я буду молчать.
Неужели, блин? 5 минут я проходил этот уровень. Дмитрий, вам нужен ваш... Нам нужен ваш тонкий вкус и чувство прекрасного. Мы разработали питательную субстанцию для червей, называем ее жижа. Способность самостоятельно поглощать мелких насекомых, балансируя свой состав нужными микроэлементами и оперативно размножаться. Нужно оценить ее вкусовое качество, грубо говоря, съесть на запись экспериментальную порцию. Попробуешь? Бе-е-е. А, то есть жижу надо сначала... То есть эта жижа может съесть меня так-то, да? А я не хочу в неё-то ехать! Начать заново. Давай, вот тут, в принципе... Тут, в принципе, мы уже начинаем хреново, потому что мы, так сказать, профукались огромную часть хвоста своего. Так, ну, в принципе, смотри, плотоядный холодец отрыгивает своих детишек. Я бы не стал ждать, пока они вырастут. Я бы тоже не стал ждать, но... Разве есть какие-то другие варианты? Ха, зашибись, блядь! Просто зашибись! Попробовал молодца. Так, вот эти жуки очень питательные, я хочу заметить. Если их кушать, можно вырасти хорошо так. А, вот эти двухкомпонентные звери... Они, блин, меня раздражают. У них усы остаются, считай, ты съедаешь половину только этой улитки, как ее называют, божьей коровы. Так, 15 секций. 16 секций, 17 секций. Восемнадцать секций. Ага, зашибись, блин, секций. 5 секций. Я просто буду играть молча, потому что в эту игру нельзя... Когда играешь в эту игру, нельзя разговаривать. 10 секций. 11 секций. Этот холодец разросся уже. Он огромный просто, я хочу сказать. Я один хрен с ним сейчас не справлюсь. Мне нужно разрастись, пока я здесь ползаю. Наесться... Вон он, видишь, какой здоровенный уже. Что с ним могу сделать? Ничего с ним не сделал. Надо хотя бы до 30-40 секций разрасти. Хотя бы, блин. Если от меня сейчас куски не начнут отхватывать, то я разрастусь обязательно. Хотя что было бы проще, да? Съесть то, что тебя, по сути-то, и не ест само. Не догоняет там. Не пытается, так сказать, убить. Один хрен тяжело. На обед успеешь. Я бы не стал соваться в самую гущу. Я понял, надо просто подъезжать.
Вот оно, просто оно ползет на тебя, и ты такой... Я понял суть. Да уйди ты, ну... Дурак, блядь, нахера ты меня толкаешь-то? Бесишь, блядь. Что ж такое-то? Что нельзя просто взять и победить? Неужели? Хорошо, хоть здесь зеленых большая часть, а не красных. Если бы были еще и только зеленые, я бы вообще... Ой, только красные, я бы вообще охреневал бы. Потому что, блин, они в тебя ели, и ты вообще ничего бы не успевал сделать. Так, ладно. Уже, я бы хотел сказать, знатно разрослись. Уже 29 секций. Уже 32 секции. Один хрен, я не могу съесть вот эту штуку. Магия, да? На божьих коровках разросся. Ни один фиг мне сейчас растворит жижу вот эту зеленая экспериментальная. Так, один кусок я съел. Такой большой кусок, кстати, достаточно. Если не учитывать тот факт, что... Так, 46 секций. Если не учитывать тот факт, что там еще больше куски. Пятьдесят одна секция. Неужели? Блин, победил. 3 минуты. Всего 3 минуты. Общее время 3:47. Блин, это очень сложно. Реально очень сложно. Что здесь нужно сделать? Просто победить? Какой-то резак на шлеме активировал. Хренозно. Ты чё, ошалевший, что ли, собака? Просто, блин. Ну да, я еще здесь, знаешь почему? Я вылупил яйцо. Это очень странно. Я играю за червя, который вылупил яйцо только что. В смысле? А что делать-то? Черного огромного червя буду играть сейчас, офигеть.
даже яйцо схавал, офигеть. Это мяукающие ерундовины такие классные. Цель игры какая. Такое-то. Двадцать секций, 22 секции, 23, 25 секций. Спасибо тебе, Дмитрий. Дмитрий? Что нужно сделать-то? Уровень пройден. И что? Просто вот. То есть это бесконечная игра, да, уже началась, и все, и, можно сказать, уровень пройден. Ты еще здесь? Да, я все еще здесь, что нужно сделать? Все, я всех съел, что дальше делать? Собака такая. Все. Я вообще всех уже съел. Всех, кого можно было съесть, я съел. Просто всех. Это я. Огромный зеленый червяк, который не успел активировать лазерный резак. Все, готов еще один. Я просто победитель, можно сказать. Мне просто нечего здесь уже делать больше, так как я просто победил всех, и все, я самый большой длины. Я просто не знаю цели даже миссии. Может быть, надо уничтожить... Что там можно уничтожить? Себя?
То есть, ну блин, я просто не знаю, что можно еще сделать. Ты справишься. Ну, мои предположения, что мне больше нечего здесь сделать. Конечно, может быть не так, но просто, ну а что? Ну все, я сдох. Давайте на этом закончим. Просто 15 открытый мир, 12 на 12 квадратов. Все. Я понял, что я уже закончил давным-давно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем спасибо, мы прошли эту игру еще раз. Все уровни, включая новые, ждем релиза в 2020 году полные две версии этой игры в Steam. Всем спасибо за просмотр, всем пока.